Здравствуйте, друзья! С вами Светлана, Герман и наш канал «Украшения и сказки». Сегодня я покажу вам несколько украшений, которые сделала за последнее время, и начну вот с этих двух. Вот это украшение, это просто подвеска, мне ее заказали, поэтому я сделала ее без бус, без шнурка. Подвеска из такой камеи стеклянной со слоновой костью. И применяла я здесь японский бисер, бусины, искусственные бусины под жемчуг и стразовую цепочку. Заказали вот такой небольшой кулон, потому что в предыдущем украшении у меня были серьги из такого размера камей, а кулон был побольше, где-то на сантиметр. Вот заказали вот такой из более маленькой детали. Вот такой кулон готов. И я приобрела несколько вот таких аметистовых камня. Не могу сказать, что это кабошон, это не кабошон, это просто отдельные камни, такие обработанные, немножко неправильный овал. И решила сделать вот такое украшение с натуральными камнями в бусинах и крупный 8 здесь у меня бисер в конце наверху с удлиняющей цепочкой. Бисер этот же применен и здесь в обшивке этого камня. Вот такой аметист. Достаточно высокий, видите, высокий камень. Я его обшила японским бисером также. Сделала здесь такое маленькое украшение. Вот так на белом фоне даже лучше видно, да, с чешскими вот этими бусинками. Не помню, как они называются. И обшила также японским бисером. Ну и сделала такое совершенно простейшее крепление к бусам. На обратной стороне кожа, синюю кожу я сделала. Вот. И вот таким образом получилось украшение. Фотографию, как выглядит на манекене, я вставлю в конце видео. Вот так. Сегодня все это отправляется в магазинчик, где, собственно, вот этот заказ и сделала одна покупательница. И еще один комплект, друзья, вот получился какой. Значит, тоже камея в центральной части подвески. Я ее разместила на коже черного цвета, обшила черным и таким перламутровым бисером, применила жемчуг, потому что сама подвеска, как вы видите, да, она с перламутровыми вставками. Также в бусах я использовала жемчуг и перламутровые сколы. И серьги, тут это уже сочинила я, данные серьги. Использовала такие коннекторы серебряного цвета на коже. И обшила везде его японским бисером. Внизу каждой сережки я разместила по жемчужине, так же, как и в подвески, и в центральной части перламутровые сколы. Пока что они у меня на обыкновенных швензах темного цвета, потому что не хочу пока использовать швензы такие более нарядные, потому что сами серьги с использованием достаточно большого количества материалов в ушах смотрится очень стильно. Так, вот такой комплект.